Ой, а помните прекрасные времена, когда я снимала ролики еще по летсплею по ФНАФу, да? Помните? Конечно же, вы не помните, потому что я удалила эти ролики. Ну, а сегодня у нас что-то новенькое. Во-первых, у нас это Sims, вот такой вот осёк, да. Я не понимаю, что происходит. Ну, допустим. А еще, хотя нет, я понимаю, что происходит. Пошли к соседу. А еще. Йенджи, поздоровайся. Я здесь сижу на лагающем дискорде. И я здесь, вроде бы. Ура! У нас тут... Расус на работе, но у него спрашивают, как он приступит к работе. Даже не знаю. Сперва вы соизволите припереть свою жопу на работу. Именно. Так, осёк. Тут где-то кусты были. Хотя, мне кажется, до нашего сортира будет быстрее. Там еще общественный где-то был. Джен добрался до макарон. Вот. Локальный мем. Да. И сегодня у нас что? У нас Friendless. Попытка воссоздать наш дом, наших персов и все такое. Да. Вот, у нас Дерся тут сидит. Телек смотрит. Стоит сразу сказать, что ванны, которые сейчас стоят на первом этаже, а не на втором. С помощью магии. И комнат наверху тоже больше. Опять же, с помощью магии. У нас не дом, у нас Тардис. Да. Или что-то похожее. Второй этаж. Все достаточно скудно. Маленькие комнаты, маленькое все. И ужасный FPS. Эндж, ты видишь это? Я вижу это. Зато тебя хоть слышно, а не так, как было, когда мы сели. Мы не поставили ограждение. Короче, просто дырка в полу. Ты посмотри на ту лестницу. Просто ну, дырка. Ну а чё, вот так вот прыгаешь. Наши деньги. У нас нет денег. Костя, ты что делаешь? Иди уже. А чё, мод на то, чтобы они ванную делили, он слетел, что чё, она не может зайти туда? Да нет, она вроде может. Дерся, что ты делаешь? Она просто смотрит, там короче, Сэри купается, она такая, что я туда не пойду, там уже купаются. Ой, подождите. Это кто там? Сена! Сена, это ты? Постриженный! Да вообще! Брица, вообще она! С прошлой игры! А, вот и Сена, здорово! Нормальные ночнушки женского типа не нашлись. Нашлись только такие. Сена, ты где взял вату? Мягче спать. На! Ты еще кто? Чувак, допустим. Сэри, что с тобой? Ясно, что с тобой. Давай, мы будем тебя лечить. Так, у нас моды тут... Моды. У нас модов куча. Возможно, от них, конечно, FPS и проседает, но это не точно. Да не, вряд ли. С чего бы? Я даже не знаю. Для меня это было очень комично, потому что ты такая, да нет, вряд ли, абсолютно лагающим голосом на протяжении всей фразы. Зашибись! Замечательно. Так вот, у нас тут стоял хлам, теперь хлама нету. Как видишь, Аське пофигу. Вообще, Аська хочет спать. Ну, хочешь спать, так иди спать. Так,
Для начала нам нужно что сделать? Перегородки поставить. Давайте деньги с работы мне. Рася, приди с работы, принеси денежку, пожалуйста. Мы скоро будем вместе писаться, который у нас в бассейне плавает. Покажи ее. Точно. Ну хотя нет, у нас есть бесплатная овсянка. Или покажи, покажи, покажи про что. Овсянка, сэр. Да поняли, мы про твою овсянку, пиццу покажи. Покажи пиццу. Ой, у нас тут да. Какие-то эти. Вот, у нас есть бассейн. И пицца. Ее можно двигать. О, прям вне режима? Да. О! Ух ты. Замечательно, иди спать туда. А, кстати, у нас есть макарошки. Мы не сдохнем с голоду, пока у нас нет денег. Ну, у нас... Главное... У нас теперь 19. Я люблю готовить, да? Я сейчас начну. А? Подождите. Они такие сейчас начнут, что я люблю готовить. Джен! Джен, ты сготовил макароны, нафига ты еще сделал тако? Ты хочешь спать? Ну, еды много не бывает, видимо. Шаурмы в Симсах нет, вот он такой, и это самое ограничивается. Еще раз косплеит заодно. Замечательно. Ну ничего, сейчас ты пойдешь спать. Подождите, подождите, подождите. Вроде как, кстати, Раське не сделали синяки, если я не ошибаюсь. Ну... По-моему, сделали. Просто не выспавшись, это натуральные синяки. Да. Осёк, давай ныряй. У нас тут два мага, Осёк и Синёк. Кстати, когда я думала, ну, типа, какими бы были эти... Имена-то русские для френдли. Я никак не думала про то, что сам это Саня. Именно Сеня у меня все было. Mm-hmm. Сеня. Все, Осёк поплыло. И, кстати, у неё ведь этот... Кстати, она ещё и плавает. Ох, ты же ёпарасет! Она ещё и плавает! Потащили её на море! Ничего себе! И уплывем не знамо куда. Так вот, мы ей шорты не сделали. Сейчас опять надо мной все будут смеяться. Вот да, мы ей не сделали нижнюю часть, потому что это считается как майка. Замечательно. Ой, мне смешно. Так вот, Женька. А, Женька, ты где? Ясно, где ты. У нас тут шкафы непонятные стоят. О нет, Цери заняла Раськино место, пока того нет дома. Ну все понятно. И это у нас это заместитель Раськин. И Дэшси, просто я шутка для тебя. Какая прелесть. Раська такой придет с работы, замучившийся, уставший. А тут Цери уже. Здравствуйте. Местечко нагрето, спи, сидя. Ха! Джен, ты... Джен! Джен! У тебя есть кровать! Джен, ты Джен! Джен, ты же Джен! Да! Ты не высушишься и ты уже все смотреть больно. Ты Рася! Да! У нас какие-то люди, ляди тут ходят. И еще, Джен, ты не доел свою еду, как так? А, это... Я же говорю, какой это не Джен. Ясно, это, у нас это... тут Саня. В любом случае, ты не доел еду, как так? Ты что, больной? Ты заболел, Джен. Как так? Он бросил еду.
Да оставь ты эту, сдаешь сначала, а потом идешь спать. Если что, мы будем пользоваться читами на всякий пожарный. Осёк, ты как, нормально? Нормально, Осёк. Ой, кто это, кто это, кто? А, ты кто? Приходит, короче, кто-нибудь на ту самую, на вышку прыгнуть. И Осёк просто брызгами. Да, 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 волну. Вот так вот. Страшное дело на самом деле. А? Страшное дело на самом деле, вот так вот, что волной накрывать, переворачиваешься. Особенно это же фигня еще потом сверху накрывает. Да, это вообще кошмар. Особенно если вот как я плавать не умеешь. А еще я хочу коридоры, которые они постоянно представлялись, и меня лишили коридоров. Я готова плакать! Не надо плакать, Энджи, у нас нет коридоров. Их не было. Ты моё! Как так? С коридорами уютнее. С коридорами теплее, на самом деле. Потому что смотри, таким образом, как бы, даже если ты хотя бы элементарная прихожая, то потом не фитилит в гостиную, допустим. А давайте проголосуем, как будет лучше, с коридорами или без. Коридоры! 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 С ними уютнее! С ними в руки можно больше всего! А тут у нас спортзал будет. Когда-нибудь. Когда мы денег накопим. У нас, кстати, сейчас получается только Радька работает, да? Остальные все так, на шее сидят. Почему? Я с Энна вроде устраивала работать. Угу. 12 часов до работы. Так что Саня у нас уже отдыхает. Читай книжки. Читай книжки. А, о, no! Но это как ежедневное задание, не совсем обязательно, так что нормально, тем более у нас нет книжек. И вот там нет наши шкафы просто. А подожди, а наверху у Раськи же шкаф есть. Это Раськин шкаф. О, смотрите, что у нас. У нас тут садик, Рася уже все рассадил. Это что, пальма? Да, это... Это коконат. Раси изменяет яблоням! Вы коконат нахуй! Это, короче, это вывел Билда Бигра Хаус for Family. Саня, иди переодевайся. О, молодец, уже переоделся. Вот такой вот у нас красивый Санис. Можно будет, знаешь, еще что? Какое-нибудь захоронение где-нибудь. Сохранить и куда-нибудь в облако загрузить, чтобы ребята тоже могли поиграть за наших френдлей. Кому будет интересно. Сначала надо дом нормально обустроить. Ну, понятно. А потом... Да-да-да. А то коридоров нет, самого главного нет, ты понял? Я главное, мы разберемся, поди. Ну, надо обустраивать еще. Наверное, декорировать еще пару штукенс, мне так кажется. Можно что-то добавить. Ты понимаешь, о чем? А, чердак, наверное. Я думаю. Зачем нам чердак? У нас есть чердак. Там разве не, что обустроить, обустроить. Коробок всяких понакидать, там которые тут... бесплатно. Да, да, читы. Да, 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 да. Всякого понакидать, о, короче. О, не! Чтобы все было... у нас... какая-то, за нами следит какая-то женщина. Извините, вы не по адресу, вы не выглядите как мужчина. Да, вообще промахнулись, да. Увижу, у него даже отношения с ней портились. Ой, Рася деньги принес. Ура! Так вот, что я еще хотела? Как насчет собрать коллекцию нужных камней? А для чего? Типа, а просто чтоб были. Почему бы и нет? Например, какие-нибудь там... А с кем у нас работает сейчас?
Я помню, раньше он пытался в бизнес, но что-то не удалось. Раська у нас этот, кто он? Забыл. Он... Короче, он суд. Он вспоминаем некоторые произведения. Ой, вьетнамские флешбеки пошли, все, закрыли тему. Ха-ха-я-я. Как это иронично, однако. Так, он бухать хочет. Замечательно, все по канону. Осёк замёрз. Осёк замёрз. Ну, раз ты замёрз, пойдёшь. Ты не спишь. Какого хрена ты не спишь? Раз считается за майку, она вообще лежит, получается, без трусов на, это самое, на воде, на холодной. Это все равно, что вот в Петербурге есть замечательная река Нева, к ней, как понимаешь, там постоянно холодно, на летом также холодно. А ну все, Аська себе идет. Там все заморозит. Вообще. Так вот, что у нас еще есть? Раська! Смена пришла. Пост дал, пост принял. Да. Он качает фитнес. Ты что, спать лег, что ли? Лежа на воде! Походу, да. Ну, значит, происходит. Мне кажется, он хотел поржать надо мной. Иди спать уже. Лежать на воде. Он реально хотел поспать на воде. Замечательно. Иди спать. О, а еще у нас есть балкон. Прекрасный балкон, я считаю. Это самое лучшее в доме, что так получилось. Самое экономичное. Что, посмотри, какой он прекрасный балкон. Только вот низ какой-то странный, какой-то белый. О, нет. Да, Рася сейчас вырубится. Ой, Сэри, дорогая, спасай меня. Девочки, девочки, я сейчас вырублюсь. Прямо на лестнице. Я надеюсь, я дойду. Нет, я не дойду. Спасите. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Все. Он умер. Упал. Ася. Это канон. Аська, блин. Джен, почему ты не лег спать? Почему ты лег дремать? Аська, почему ты тоже легла дремать, дурында? Чё в купальнике, блин? Лениво дремать. Потом поешь. Сначала спать. У нас тут еще поезда ходят рядышком. Романтика. Вообще. Кстати, у нас была видашка, где как бы поезд чуть не сбил Раську. Это было смешно. Отлично, Дерси, ты куда пошла? Кстати, у нас тут еще этот есть. Рост. Да. Все такие вот, такие вот. Дерси самая маленькая. Да, жалко, конечно, что приходится жертвовать размером ступни. Так, это что, я не понял. Убрать и помыть. Что это мы тут оставляем? На самом деле, мне казалось, что в гостиной еще вот не только вот потом добавляется дополнительное кресло, уже качалка, но потом, типа, диван побольше, или диван еще один кресло. Вы что тут стоите? Блин, стой, стой. Вот это. Убрать и помыть. Почему оно? Почему? Почему никто не моет? У нас тут посудомойка как бы есть. Ой, Сэри так на нас посмотрела.
Давай, дырся. Давай, ты сможешь. Ты сможешь поднять. Молодец. О, да, она моет. Замечательно. У нас есть раковина. Почему все ходят в ванну? Я не понимать. Ты понимать? Я нет. У нас не только раковина есть, у нас еще и посудомойка есть. Не, ну... Две в доме. Хотите вторую увидеть? Вот она идет. Гордая такая, уверенная. Она хочет поболтать с Дерси, узнать, как прошел ее день. Джен у нас злится, и поэтому он бьет грушу. Очень хорошо ты пьешь, прям умничка. Я не могу с тебя, иди спать. Там вода горячая, будет нормально, а потом спать. Хотя я лучше сразу... Все классно, что с этими батареями. А? Вот на батарее классный мод, мне он нравится. Для вампиров. Уи. О, одновременно и моемся, и греемся. Я же говорю, погрейся. Ой, то есть вымойся, там вода горячая, погреешься. Хорошо же. О, ноу! Кровосися! Ты зачем явился? Такая страшная музыка. А мы все спим. Ай-яй-яй-яй. В смысле? Это как? Это... Точно! Дверь надо было закрыть. Полиция! Так, давайте последим, что с этой хренью будет. Если оно пойдет в комнаты, оно пойдет в комнаты, чтоб меня. А знаете что, давайте ничего не будем. Закрывай двери. А давайте так все оставим. Кого оно цапнет, интересно? По-моему, Райс. Райс, они накрыты одеялом. Его сейчас цапнут за бачок. А нет! Рася, за Сэри пытаются это... Короче... Он как раз встал. О, ноу! О, ноу! Сэри цапнут. Рася, нет! Короче, ты... Да, ты... Грубо. Короче, мы тебя поприветствуем, потом мы тебя побьем. Рася, короче, ты счастлив. Я сказала, ты в смысле? Почему ты пришел к Дерси? И почему ты молодой? Комнаты перед. Другие варианты. В смысле? В смысле? Подожди, а что это? Он что-то на расстоянии от нее питается. Ты посмотри, там какая-то эта самая аура от Сэри потянула. Он ее загипнотизировал. Сейчас она ничего не сможет сделать. Рася, не ходи туда. О, ноу. Стало ж, блин, мне интересно, ну конечно. Ну ядрить. Расус! Твою ж налево, я ж сказала идти... Да не Сэри, не Сэри. Вот с этим вот. Я говорю, у меня, когда я давным-давно еще играла за вампира Хельсинга, ей, Алды здесь? Я не слышу. Алды на месте. Отлично. И вот, я когда играла за вампира Хельсинга, я поселила к нему Шизю. У них были достаточно хорошие отношения, и иногда Шизя давал себя покусать, потому что пакетики с кровью особо ничего не давали. Джен добрался до макарон. Джен, я все вижу.
Он скорее просто берет порцию, потому что там уже все сделано. Ну да, ну все же. Там вообще дофига порций. Вот такой вот у нас сасный мальчик. С макаронами, кстати. У нас еще и мод на текстурки есть. Вы видите, какие тут макарошки? Да блин, я не вижу. Вот, теперь вижу. Как он макарошки. Вот эти текстурки, они... Ну это просто натянутая фотография на уже то, что есть. И просто эти огромные такие же большие макаронины. Мне кажется, они размером... Ну, так-то макароны всякие бывают, так что нормально. Так, я хочу посмотреть на это. Мне сейчас было смешно очень сильно. Раська очень довольный. Как так? Это что за Никанон? Давай, подними ей настроение. Так, сделай его счастливым. Ну да, но... Но все же, давай искренний комплимент. В смысле? Рася! Ты офигел? А вообще, знаешь что? Джену некогда. А ты пойдешь. О, oh, ноу! No! У нас что-то. Средство жуков. Давай, иди занимайся садоводством. Садохозяйством. Вот такой вот у нас Рася. В клетчатой рубашке. Помню, когда-то давным-давно я делала всякие штуки с Раськой и Ди. А, я помню эту фигню с чатом, я помню! А. Так что те, кто сидят в Амино, возможно, помнят это. Да пойду я на работу, отстаньте. Надо будет, знаешь что, когда-нибудь поработать дома. Интересно, что это из себя представляет. А! У нас есть кокосы! Уже выросли. Почему оно желтое? Что это? Это денежное дерево! День же, у нас есть денежное дерево. Еще есть коконат над. Это биг-биг над. Так, я подключилась. А у меня, походу, вылетала. У нас денежное дерево растет. Кокосы мы пропали, продали. Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. У нас семейный камень, который каждый день появляется. Пиратский корабль. Это как тот это самое, прикол с корабликами. Типа хочу кораблик, а у нас есть кораблик дома, да? Да. Замечательно. Так, и что ты нашел? Ты находил шкапсулу. Ну что, будем открывать или так продадим? По идее, эти штукенцы, если мы не хотим их коллекционировать, то капсула вроде дороже стоит, чем эти штуки. А, давай. Вам очень хорошо. Вообще, я помню, кстати, что... Мне как-то в рекомендации в Ютубе выскочил трейлер какого-то дополнения по Sims 3. Вот Sims 3 еще. И там люди писали, что, мол, вот третьи Sims были куда более живыми, чем четвертые. И вот к чему это мультизадачность? Потому что вот они там кушают, разговаривают, если нету элементарной живости какой-то. То есть там, допустим, выпускного балла этого всего такого вот там. Даже посмотреть на звезды там было гораздо вот, там романтичнее реализовано, что они там прям это, и продвигались, все приобнимали друг друга. Элементарно, когда на кровати они лежали, не разговаривали. Там было больше живости, всего вот этого вот. Ну ничего. И, у Sims появился конкурент. Да, Paralives. Лично я вот очень жду того, что нам покажут там и дадут. Да дайте нам всего того, чего нет в Симсах. Дайте нам вот это вот всего. Мы хотим
И даже если, вот как говорится, вот первая, вот эта вот основная базовая игра будет платной, остальные обновления бесплатные, то хрен с ним, потратимся, но купим. Угу. Потому что игрушка обещает быть хорошей. К тому же считаю, что данным разработчикам нужна будет поддержка, ибо они замахнулись на конкуренцию с той игрой, которая в данной нише уже давно. Да и Симсы тоже поднапрягутся. Итак, что у нас тут есть? У нас 5 звезд отсутствует. Так, можно скорее. Тут у нас что? А, у нас тут русал это неподалеку где-то ходил. Хочу вкусняшек. Сэри, ты ли это? А, тут фотография нужна, второй уровень. У нас такого нет. Я сделаю огромный заказ в вафельном рае. В райке. Но у меня совсем нет сил, чтобы его забрать. Если человек хочет вкусняшек, мы ему доставим вкусняшек. Тем более, доставщик это... Это достаточно прибыльная ныне работа. Да-да-да. Сраный карантин. Мы столько, как в условиях карантина, никогда не пользовались услугами доставки. Доставка из Мака, доставка из пиццерии. Это круто. Кто-то сказал пиццерия? Хочу пиццу. Хочу Мак. Я тоже. В деревне сижу, ничего у нас нету, в город не уехать, денег тоже нету. Ну как, деньги-то есть, но в город не уехать, потому что автобусы не заезжают. Я не знаю, что можно поделать. Можно, наверное, на этом пока что закончить. О, нету, кто засрал раковину? Джен, я знаю, чем ты займешься. Ты почистишь раковину. Так вот, я предлагаю на этом пока что закончить. Продолжим в следующей серии, подумаем, что можем сделать. Ожидаем ваших комментариев. Ев! Енджи, тебе есть что сказать? На бусте необходимо какой-либо фидбэк, чтобы было видно, что контент, который туда выкладывается, был увиден. Что это кому-то надо. А, да, у нас еще есть бусти. И я туда планирую в скором времени поместить одну аудиозаписулечку, да, которая должна была бы стать именно все так. Ой, как ты быстро выучила заклинание, Осёк. Короче, я собиралась сделать видео, но оно по каким-то причинам стало неактуальным, поэтому я на Boosty опубликую запись, которую я успела к тому времени сделать. Ладно, всем пока, спасибо за просмотр.